Детское радио представляет. Загадки и тайны, запутанные преступления. Во всем разберутся, все разгадают герои наших расследований. Следопыты. Дело об однокласснике-вредителе. Валера, проходи. Ты что, все эти провода, наушники, ноутбук, смартфон всюду с собой таскаешь? Привет, Павлик. Таскаю. Я же без этого жить не могу. Я на минуточку. Сообщить, что новостей нет. Рыбка не клюнула. Жаль. Но почему? Не знаю. Исследовательский, точнее, расследовательский мозг. У нас ты. Ты и думай. Ну, а я пошел. Что это было? Примчался? Атмосферу наэлектризовал своими компьютерами? Распорядился и испарился? Сигизмунд, это мой одноклассник. Он помогает мне в одном деле. У нас в классе новенькая, Маняша. Умница, красавица, в нее все мальчишки влюбились. Но кто-то строит ей козни. Воды в сменку нальет, кнопку на стул подложит, ее тетрадку с контрольной спрячет. Небось, рьяный поклонник пытается привлечь внимание красотки. Ого, правда, красивая? Красивая. Знаешь, как Наташка на нее взъелась? До сих пор она была у нас королевой красоты. Каждый мальчик считал за честь ее портфель понести. Не видали вы, красавец? Вот Василиса Прекрасная, белолица, черноброва, коня на скаку остановит. Это не та сказка. Мы подумали, что это Наташка Маняша пакостит, но улик против нее нет. Я решил сказать Наташе, что Маняша не будет в школе, а у Маняшиного стола спрятать маленькую веб-камеру. В этом мне помог Валера, он разбирается в компьютерах. Наташка обязательно должна была воспользоваться ситуацией, а мы бы все это засняли. Этот прием сыщики называют «ловить на живца». Умельцы! Хо-хо. И что же ваша камера наснимала? А ничего, ты же слышал. Наташка не прикоснулась к маняшным вещам, и никто не прикоснулся. Значит, хулиган знал, что вы установили камеру. Кто еще слышал, как вы с Валерой разговаривали? Никита Воробьев крутился рядом. Вот кто пакостит. Хотя нет, это не он. Вчера маняши подбросили лягушку в портфель, а Никиты не было в школе. Он на соревнования ездил. Следствие зашло в тупик. Может, нам подкрепиться? Глюкоза стимулирует умственную деятельность. Сигизмунд, мы же час назад обедали. У тебя что, склероз? Павлик, тебе что, котлетку жалко? Ну и ладно. Кстати, а ты никому не говорил про веб-камеру? Никому. Валера тоже спрашивается, откуда злоумышленник узнал о слежке? Думай. У человека мозг 120 раз больше, чем у филина. Если о камере знали только вы двое, и никто из вас никому ничего не выболтал, а злоумышленник все равно узнал о слежке, то... То это один из нас? Не может быть! Неужели Валера? Но зачем? Какой у него мотив? Без мотива преступления не бывает. А ты давай, зови сюда этого компьютерного гения. Сейчас мы его расколем, как орех. Пытать будешь? Я знаю один очень действенный способ. Сигизмунд, мы что, в средневековье? Валера умный мальчик. Мы ему изложим нашу версию, он все поймет. Валера, проходи. Как-то ты быстро. Конечно, я же болею за исход расследования. Я как-никак причастен к нему. Даже больше, чем ты думаешь. Я все выяснил. Если установка камеры спугнула хулигана, значит, он знал о ней, так? Ну, наверное. И что? А то, что о камере знали только мы с тобой. Я никому не говорил, ты тоже. Значит, хулиган один из нас. А ты знаешь, как мне эта маняша надоела? Мы с ней прошлым летом в одном лагере были. Так она мне весь отдых испортила. То прическа у меня детская, то шорты немодные, то я в панаме на пляже хожу, как дурачок. Хе-хе-хе-хе. Что? Твой филин смеется надо мной? Да тебе показалось. Сигизмунд, веди себя прилично. Маняша меня мучила. Просто так, из вредности. Я чуть не расплакался тогда.
Теперь, конечно, она меня не узнает. Я за год здорово вытянулся, и прическа у меня другая. Но зато я ее узнал. Пусть теперь она поплачет. Сигизмунд, вот что, Валера. Маняша, конечно, была не права. Но за год она тоже подросла и поумнела. Тем более, почувствовав на себе, как неприятно, когда тебя пакостят без причины. Мы ей ничего не скажем, а ты прекратишь свои гадости. Хорошо, Павлик. Да я и сам понимаю, как ужасно то, что я сделал. Но мне было так обидно. Спасибо, что не выдашь меня. Ты настоящий друг. Ой, фу, не могу. Он в Панаме ходил. Детский сад. Сигизмунд, ты иногда невыносим. На солнце без Панамы нельзя. Теперь я понимаю, за что тебя фея из дома выгнала. Что? Кто выгнал? Меня? Да ты что? Что ты себе позволяешь? Следопыты.